«Матрикс 2015» – первый фестиваль этого года. Здесь схлестнутся в жестокой борьбе лучшие из лучших. Но только один будет достоин главного приза. Гран-при фестиваля «Аниматрикс» этого года – господство над всем миром! Так, нам надо победить. Давайте поставим сценку. Это просто. Надо лишь собрать людей, определиться с персонажами, написать сценарий, написать кучу, 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 написать кучу. И сходить на прослушивание. Давайте для начала возьмем Вендел. А давайте поставим денег мне. Лучше видоискателя. Может, Гентаму, Меланхолию, Харахи, Судзуми? Я знаю классное аниме. Ты вообще на каком языке разговариваешь? А может тогда маги или токийский голь? Если никто ничего не предложит, мы будем ставить бакалоидов. А ну, давайте без озвучка. Мы можем немного сэкономить на записи. Я принес прекрасный микрофон от скайпа. Он почти работает. Ищи на нормальный микрофон, а то будет так. Ну так что, мы там уже пишем, нет? У меня только не слова. Никто не помнит мои слова? Нет? Ладно. Мы еще собирались записать видеорепетиции на мобильник. И фотосет на планшет. О, ну вообще круто было, давай селфи. А классно получилось. Так, все, ставлю ты. Я красавчик и рядом с уродом. Пошли вон со сцены! Сейчас вы увидите настоящее искусство! Вот еще один супер-косплеер! Не такой крутой, как я, конечно, но с ней мы точно выиграем! Тебе надо только выйти на сцену! На сцену? В реальный мир? Стоп, какие у меня тут короткие пальцы! И грудь на 5 размеров меньше! Тут что, нет фотошопа? Как вы так живете? Вы такие клевые! Я когда-нибудь стану таким же! Эй, глупышка, посмотри, где ты и где я. Только не надо плакать. Хотя подожди, малыш, что-то есть прекрасное в твоих глазах. А, это мое отражение. Я смогу поставить самое лучшее выступление. Мы пойдем в дефиле. А что толку? Мы не пройдем. Вы нет, а я да. Да зачем вообще идти в дефиле? Это всего одна минута. Подайте 100 моих дефиле, все пройдут. Я просто не буду уходить со сцены. Зал будет мне только благодарен. Ведь я прекрасен, я идеал. Боже, да, я лучший. О, как я хорош, какая ручка. Сладенький мой. Я нашел для тебя 8 самых пафосных треков. Поодиночке они недостаточно пафосны для меня. Объедини. Я ничтожество! Пойду повешусь! Нет, остановись! Вешайся прямо на сцене! На твоем фоне я буду смотреться особенно круто. Но что-то я устал. Я буду вашим стулом сядьте на меня. Ваш сад идеально подходит для моей стены. Нет ничего лучше вашей попки на мне. Неудобно как-то. Светлый будет удобнее! Итак, для костюма мне нужно еще больше сусального золота, японского янтаря и кружева из Италии. Но зачем? Если я делаю школьную форму, это не значит, что я буду делать ее плохо. Я на это смогу жить целый год! Это что, второй рукав? Я тоже хочу частицы своего божества, самого великого и лучшего в мире. А давайте не будем шить костюмы для выступления, а? Почему ты на всем экономишь? А вы знаете, сколько сейчас стоят линзы? А пеноплекс? А табарди? А у меня денег нет! No money! Nicht Geld! У Ганы Ганай! Это даже одежда не моя! А чья тогда? Тебе лучше не знать!
Еще больше.
Я скоро пойду обратно. Выходи уже из образа! Из какого образа? Не смей говорить мне такого ничтожества! Вылежи мою обувь, ведь вы на большее не способны, никто из вас! По сравнению со мной, вы лишь насекомые! В вас нет ничего, кроме зависти ко мне! Этот фестиваль станет моим, и это только начало! Ты что, помрешь, если 5 минут побудешь добрым? Думаешь, я не смогу? Ты вот очень хорошо накрашена. Что-то в груди кольнуло. А тебе идет этот цвет. Как больно. У тебя такой аккуратный косплей. А, какая боль, какая адская боль. И ты уложишь мне парик? Да, бесплатно. Все, я так больше не могу. Ты страшный, ты жирный, а ты просто уходи из косплея. Сделай миру одолжение. О, да, как же мне хорошо. Ты не оставил мне выбора. У меня есть друзья-волонтеры, я знаю, кто ты. Нет, замолчи. Ты Попкина? Остановись. Клавдия. Алю. Ильинична. Ты слишком прекрасен для этого. Хочешь, я дойду до даты твоего рождения? Нет. Ладно, это битва за тобой, но отныне я буду писать про тебя гадости в интернете, и там тебе меня не победить! Да, он ушел!